За новогодние праздники площадь Ленина посетили более 260 тысяч воронежцев и гостей города. И теперь, по истечении этих праздников, пришло самое время узнать, понравились ли вообще людям украшения. Вперед! Скажите, пожалуйста, дорогой медведь, как вам площадь Ленина в Воронеже? Классно! А какой объект больше всего нравится? Елочка, конечно. А что в следующем году хотели бы увидеть здесь? Побольше людей, больше праздничного настроения. Спасибо вам огромное. Не за что, давайте мешки 5. Оп. Вот, молодцы. Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам площадь Ленина в этом году? Да, понравилась. А какой из объектов больше всего? Елка и карета. А что хотели бы увидеть в следующем году здесь? Для детей маловато объектов, именно вот для игры. Какой-то... Какой-то активности. Активности, да. То есть так красиво все очень, эстетично сделано. Но вот именно для детей, они же любят цвета, активность. Вот для них маловато, наверное. Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам площадь Ленина в этом году? Да, как-то? Да, красивенько все. А какой объект больше всего? Ну, елка. Самая яркая, красивая. А вам? Ну, елка тоже, наверное. А что хотели бы в следующем году здесь увидеть? Ну, горку, само собой. Ну, качели тоже прикольные. Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам площадь Ленина в этом году? Да, очень. Какой объект больше всего? Елка, конечно. А что в следующем году хотели бы увидеть здесь? Ой. Я не знаю, блинчики с икрой. Что вы раздавали? Или... Скажите, понравилась ли вам площадь Ленина в этом году? Понравилась. А какой объект больше? Ну, елка мне не понравилась. Нет, ну вроде сблизи так ничего. Ага. Ну, а сдалека какая-то она маленькая и толстенькая. А что понравилось? Ну, украшение, в принципе, красивое. Ну, в принципе, все красиво, хорошо. Вот, но елку можно было побольше размером сделать. А в следующем году что хотели бы увидеть здесь? Может быть, какая-то тематика интересует? Ну, побольше, наверное, развлечений, чтобы тут было всяких. Ну, побольше, потому что реально там раз, два, три, а людей сколько приходит. Что, вроде что-то не хватает. А чего не хватает? Не знаю. Мы люди взрослые, для детей здесь никакой развлекухи. Только вот там вот мы прошли специально посмотреть, что для детишек можно здесь. А какой объект больше всего понравился, если положить? Оттуда. Оттуда, да? Оттуда, вот это детские качели, горочка. А в следующем году что хотели бы увидеть здесь? Ой, вы знаете, не знаю. Понравилось ли вам площадь Ленина? Очень. А что больше всего? Не знаю, мы из Благовещенска, Амурской области, поэтому очень понравилось. А город в целом? В целом, да. Хорошо все сделано, эстетично. Вот в чем дело. А если по сравнению с Благовещенском? Ну, у нас мороз. Там как бы холод, играет свою роль. Там же ледяные скульптуры в основном. Тоже красиво. Но здесь как-то, ну, это два контраста. Поэтому сравнивать бесполезно. Просто по-разному, да? Да, но очень интересно здесь, нам понравилось. Дедушка Мороз, скажите, а вам как елка в Воронеже? Ой, в этом году елка большая, смотрите, какая красивая. Очень долго ее вез специально, чтобы деток порадовать и взрослых. Вот, отличная елка. Какой объект считаете своей гордостью здесь? Ах, какой объект, память у деда уже не та, сейчас я подумаю. Так. Ой, да конечно же елка, а что же еще может быть? Ох, смотрите, какая она большая, красивая, какие гирлянды на ней, какие шары замечательные. А вам, внученька, что нравится? Конечно, все же Дед Мороз делает, все нравится.